Какой же из ароматов стал моим фаворитом этого отпуска? Открываю тайну. Ну, конечно, молекула с мандарином, она навсегда в моем сердце и всегда на первых ролях, но был аромат, который я носила чаще этой молекулы и чаще всех остальных, и в нем я буквально растворилась. Это авторская парфюмерия Патрисии Николаи, ее нишевый дом Николаи Парфюмер Креатор ОДТ «Летняя вода». Аромат 1997 года. Если вы мне скажете, что он устарел, я с вами никогда не соглашусь. Открывается он цитрусами. Это лимон, на этот раз без сахара, лайм, немного подсоленный, и незаявленная в пирамиде лимонная сорга, лемонграсс. А дальше пирамиду можно не читать.